Использовать ручник в свадебных обрядах – традиция, которой уже очень много лет. Это праздничное полотно участвует в разных церемониях на протяжении всего торжества. Существует множество сценариев использования ручника. Вы можете выбрать более значимый для себя. Для каждого обряда свой ручничок с определенным рисунком и размером. Также ручнички используются для украшения помещения в украинской тематике или как сувенирный национальный подарок. Ручнички есть с цветной печатью с нанесением присыпки, а также машинной вышивки. Более дорогой вариант.